Как хотите, а у меня на кухне нет просто сил есть. Всем приятного аппетита. У меня даже не было сил сегодня снимать для вас на Фазенде. Время 10 час, я первый раз кушаю вечера. У меня лоб белый. Сама загорелая такая. Если завтра силы будут, я вам поснимаю, что происходит на Фазенде. Евроштакетник уже не помню сколько, но 4 и 4, 8. По-моему, 8 штук по 20. По-моему. Это сколько? 'то я не то посчитала. Дочь, у нас соль-то что, закончилась в доме, что ли? Восемь. Умножить на 20. А, 160 штук. Спасибо, моя рыбка. Хватит. У меня тут всего 2 огурчика, поэтому хватит. 160 штук сегодня были прикручены. Но это примерно, девочки, не точно. Из 600. И кто придумал на евроштакетнике пленку, тот плохой человек. Потому что снимать ее это сложнее, чем ставить эти евроштакетники, честно. Особенно, когда они уже стоят. Мартюш, не смотри, ты только что поел. Я не знаю, я на понедельник записалась, у меня ногти черные. Не грязные, девочки, это в краске. Записалась на маникюр, но я, по-моему, откажусь. Дочка, а ты мне сможешь спилить ногти? Или все-таки сходить к Лене, чтобы она их обрезала покороче и покрыла. У меня поступы некуда девать. Желательно темным, да? А у меня пылесос есть. Поэтому иди к ней. Ну, к ней в понедельник к 12. А вдруг мне надо будет опять на Фазенду? Сходи за маму. Сделай маникюр. Только моим ногтям. Да, мне свои руки. То, что мои уже сделаны. Вы меня такую, наверное, еще не видели, да? Я сегодня опять целый день на Фазенде. Девчат, ну реально снимать некогда. Во-первых, жара сумасшедшая. А завтра якобы как еще жарче. Я на пару часов уезжала домой.
Наверное. Не знаю. Не на пару. 4:30 приехала. Да. Приняла заказы. Взяла дочу. И мы поехали с ней. Она погуляла с Мартюшей. У меня тут и картошки, и макароны с тушенкой. И колбаса. Мы поехали с ней снимать пленку с евроштакетников, которые уже стоят. А завтра я загружу машину и уеду туда на пару часов раньше, чем мой помощник, с которым ставим эти евроштакетники. И буду под березкой сидеть, пока они в лежачем положении, их снимать, эти пленки. А потом, если время останется, займусь теми, которые уже стоят. Получается хорошо. Но не быстро. Ну и нелегко. Тяжело. Но получается лучше, чем этими большими листами. Девочки, мозги вообще не соображают. Я была в Панаме на, ну, в другой кофте. На руки накинула платок и вот так завязала, ну, чтобы руки были закрыты. Сначала была с открытыми руками, потом мне, как чувствую, прям загорелись. Я говорю, будет мне хана каюк. Пипец, девчата. А, еще дом привезли, я вам покажу для этого. Доставка. Оплатила я сегодня с утра вторую часть домика для... Короче, увидите. Кто меня смотрит всегда, те понимают, о чем я говорю. И можно сказать, я о чем мечтала, все у меня есть на участке. Домик есть, теплица есть, забор почти что стоит. Неважно, что еще там мало перекрыто. Так удобно стало воду доставать. Вот. Ну и плюшу туда смысла нет брать, там очень жарко. А особо спрятаться негде. Под палящим солнцем ему нельзя быть. Поэтому пока колодец закрыт, а Мартюша пока все равно дома. Девчата, устала. Но усталость такая приятная, я вам скажу. Ой, сижу в развалочку на кресле. Целый день руки то на весу, то внизу. То держала эти панели, пока прикручивались, то снимала потом с самого верха эти, блин. Жесть. Как-то так.
Даже не знаю, когда это видео вам загружу. Потому что сил у меня просто нет. Угу. Ну, постараюсь, чтобы пропусков не было у вас. Постараюсь. На том же месте, в тот же час. Я помылась. Загар мой весь остался, ё-моё. Я думала, это грязь всё-таки. Прямо очень надеялась. А это, оказывается, загар. Всё-таки. Алло, белый. Вообще. Пипец. Как хорошо, девочки, когда помоешься там. Даже глазки побелели. Это были красные. Тоже были загорелые. Сижу, заказ оформляю, как вы хотите. Время 1:00 ночи. Спать надо, а я сижу. Ой, завтра ведь на Фузенду ехать. Утро следующего дня, я живая. Но как будто бы и не отдохнула. Чё-то даже. Я еду гружённая. А вам не видно. Вот. Штакетниками. Утро моё началось с кучи лекарств. Ёкарный бабай. За место нормального завтрака. Ну нет, это покушала, девочки, покушала. Позавтракала. С собой взяла еды. Еду. Пока у меня есть время обдирать эти штакетники. Сейчас еду и думаю, у меня есть черный этот материал укрывной. Сейчас я как-нибудь натяну от березки до машины его. И будет мне счастье, и будет тенечек. Не сидеть же под палящим солнцем обдирать, потому что сейчас солнце будет вокруг березки-то ходить. Я ж не буду бегать с этими своими штукенциями. Едем потихонечку, сейчас приедем и начнем работать дальше. Покажу вам сегодня, как получается. Красиво.
На небе не облачко. На нас не угодишь, да? То много облачков, то нет облачков. То холодно, то жарко. Но мы же люди-человеки, которые все переживут. Ну вот и я дома. Вот он мой дом. Видите, как здорово стоит. Вчера подчистила здесь чуть-чуть. Ну все сразу не сделаешь. Сил на все не хватает. Водичка холодненькая. Только надо сюда цепь придумать. Не придумать, а купить. Вот. И покрасить. Домик надо. И покрасить. Чё, дом построила. Теплица стоит. Забор почти стоит. Всё. Можно жить. Ё-моё. Ой. Так. Надо придумать как-то притеняйку. Смотрите, как здорово смотрится. Ну, здесь еще будет с той стороны штакетник. Не прям сейчас, не прям сразу, но будет. Это вот пленка. Вчера снимали с дочей. Ой, они такие горячие уже. И вот мы с ней сняли только, наверное, половину. На большие сил не хватило. Да, здесь снято. Вот, не снято. Так тяжело снимается, девчонки, пипец. А сейчас вообще с этой стороны не снимешь. Солнце фигачит. И вот таким макаром. Ну, двумя руками-то маленько поудобнее. И здесь вот то, что уже прикрутили неудобно. Вот это подковыриваешь, блин. Короче, сейчас уж это начала, сниму. А остальные пойду снимать там. А эти вечером буду снимать. Надеюсь, они не прилипнут. Кто во мне сомневался, вот вам и дом. Видали? И у меня тут тенечек. И этого вполне достаточно. Сейчас солнце вон туда уйдет. И будет вообще здесь огонь. Ха! Чё, мои звезды? Блин, что-то я это, на голову-то ничего не одела. Мне так волосы мешаются. Погодите. О, поняли? И пофигу, что она теплая. У меня нет другой. Ничего не придумала. Вот так берете.
Чпок-чпок. Главное схватиться. Оно вот на лежачем-то состоянии гораздо удобней это делать. Блин, ну я вам не покажу. Мои хорошки, особо не буду отвлекаться на вас. Вот так. Щик. И пошла до самого низа. Хопа. Самое главное, у меня тут тенечек и ветерочек. И стоишь, чпокаешь. Это, поверьте, лучше, чем... Слушайте, как же мне это мое прикрытие. Это руки прикрываю, девочки. Представляете? Ну, не могу придумать, как ее привязать, чтобы она не дрыгалась. И мне не мешалась. Так, что ли? О, блин, шею будет тянуть. Ё-моё, я вам еще и моду покажу. Все, ничего не тянет. И руки прикрыты. Ай да я. Ай да молодец я у вас. Главное успеть побольше их вскрыть, пока мой помощник не приехал. Иначе это делать на заборе уже полная опа. Представляете, раз и все. А мы вчера с дочерью вдвоем 180 штук не могли за 2 часа раскрутить, блин. Офигеть. Девчули, сейчас покажу вам лайфхак. Вот лицевая сторона, вот это. Вот это изнаночная. Переворачиваете на изнаночную, берете вот эти уголки сначала, поднимаете с обеих сторон. Потому что бывает, они тут зажаты сильно. Все, уголки взяли. Теперь переворачиваем, поддеваем. Аккуратно. И поехали. Ну, это я вам показываю. А так я все это тащу сразу одним разом. И оно все замечательно стаскивается. И все, и ложим в кучку. Отделанных, снятых, раздетых. Ёкарный бабай. Вторая пачка заканчивается. В пачке 20 штучек. Поверьте, гораздо быстрее. Я вчера перерыла весь интернет, блин. Как снять быстро эту пленку. Не поверите, ничего не нашла. У меня вот здесь вот лежак такой. Оно лежит. И вот так поехало. Вам не видно? Девочки, я не могу вас так поставить, чтобы вам было видно. Мне вот так удобней. Беру и пошла. Стопочку. Хопа. Хопа. Жопа в мыле, короче. Но я работаю.